Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь, за доброе утро. Спасибо. Спасибо. Аллилуйя! Аллилуйя! Да, 6 утра уже. Аллилуйя. Аллилуйя. Да, друзья, братья, сестры, благословен Бог наш, благословенно имя Его. Аллилуйя. 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 Аллилуйя, 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 аллилуйя. Да, включение есть, вижу, да, все, слава Богу. Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу. Приветствую всех братьев, сестер, всех верующих, разных конфессий, разных деноминаций, юрисдикций, организаций, многих ветвей христианства. Роман написал уже что-то, да, шалом, пастор Сергей, благословений Божьих, аллилуйя. Аллилуйя, дякую, брат, благословение Господне тоже вам и дому вашему, и всему вашему, слава Господу. Пусть Бог благословит сегодня всех нас в этот утренний час. В Киеве 6 утра, вот, и я выхожу в эфир с этой утренней молитвы, с причастием, с Евхаристией, с хлебопреломлением. Сегодня, да, у меня вновь маца, всю эту неделю у меня маца, потому что дни опресночные. Дни Мацы, праздник Мацы, так Библия называет это сегодняшнее вот это торжество, продолжающиеся дни опресночные, праздник пресного хлеба. Это наш пресный хлеб, наша Маца, это сам Господь Бог Всемогущий, каким Он видит нас, какой Он чистый, святой, непорочный, и Он нас видит такими же, знаете ли. Для нечистого ни в чем нет чистоты, а для чистого, наоборот, все чисто. Вот. И Бог, Он смотрит чисто, чисто, чисто. Он смотрит на нас. И когда мы видим Слово Его, смотрим в Слово Его, то мы видим образ Христа, да? И аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Когда я вижу лик Христа смиренный, того, кто людям в мире был рабом, как на кресте Он умер, Царь Вселенной, и нам спасенье приобрел крестом. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Тогда поет мой дух, Господь, тебе, как ты велик, как ты велик. Аллилуйя, слава тебе, великий Бог, слава тебе и хвала. Благословен ты, Господь, Боже всемогущий. И благодарю Тебя, Господь, за эти дни опресночные, пасхальные святые дни. Благодарю Тебя, Господь, Боже, за Пасху Твою, Боже всемогущий. Господь, наша Пасха, Христос, заклан за нас. Агнец Твой закланный. Боже, благодарю Тебя за кровь святую Агнца Твоего, Спасителя Господа моего, который искуплен я, очищен, прощен, омыт. Господь, освобожден, благословлен. Исцелен, Боже всемогущий, слава Тебе и хвала. Господь всемогущий, благослови народ свой миром сегодня. Благослови, Господь, и этот эфир, всех подключающихся сейчас.
подключившихся уже, и тех, кто потом в записи будет смотреть, тоже благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. Благослови, пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа пребывает со всеми нами. Аминь, аминь. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Братья и сестры, сегодня совершим тоже хлебопреломление, причастие, Евхаристию. Я уже здесь вот перед эфиром приготовил. У меня вот виноградный сок, да плод виноградной лозы, баре при агафен, вот, и хлеб, а хлеб у нас маца, потому что всю неделю у нас маца, а пресноки, не хамец, маца, а преснок это, Пасха, сейчас Пасха продолжается, сегодня уже, ну уже даже 18 сегодня число, 18 Ниссана, да, 18 Ниссана, 5779 года от сотворения мира, а от нашего исхода, какой год? 3331 от нашего выхода из рабства. То есть мы вспоминаем, и сегодня тоже вспоминаем, продолжаем воспоминания тех событий, которые были тогда, давно, 3331 год тому назад, во времена Моше Рабейну, Моисея Учителя. Вот, мы также вспоминаем и те события, которые происходили 2000 лет назад, да, и говорим о сейчасшнем, сегодняшнем дне, а также говорим о будущем, потому что Пасха – это не просто праздник прошлого или настоящего, а также это указание и на будущее некоторое, хотя в большей степени это уже исполнившийся праздник со времен уже Голгофы, со времени вот тех событий, описанных в Евангелиях 2000-летней давности, когда Машиах, Христос, помазанник Божий, он воскликнул «свершилось!» Он воскликнул «свершилось!» С того времени действительно все переменилось. «Свершилось искупление рода человеческого! Слава тебе, Господь! Благодарю тебя! Благодарю тебя, Господь!» Да, и читаю из Слова Божьего, из Евангелия от Иоанна, 16 главы, хотя, в общем-то, предполагал 17, но думаю, что... Вообще, молюсь эти дни по 17 главе Иоанна, вчера вот особенно, по 17 главе Иоанна, именно за единство верующих. Вчера была встреча, беседа с одним человеком, который вот... Ну, не в семье, будем так говорить, некоторые непонимания возникли такие, потому что он православный, она протестант, и дети протестанты, и вот такое, как бы, когда вот многоконфессиональность, я скажу, что многоконфессиональность в семье – это хорошо, это нормально, это хорошо, вот, но хорошо-то хорошо, да порой ничего хорошего, когда главным становится для нас конфессия, тогда вот ничего хорошего. А когда Христос для нас главный, тогда все хорошо. Тогда все действительно хорошо. Вот, и я очень рад, что семьи христианские очень часто ныне такие многоконфессиональные семьи. Вот, меня немного даже напрягает порой такая моноконфессиональная семья, когда муж, жена, дети все только в одно собрание и ни шагу никуда. Вот, значит, меня это очень сильно напрягает, честно говоря, потому что это, ну, очень похоже на какое-то сектантское такое мышление. Я имею в виду, если это именно добровольно-принудительно, будем так говорить, как вот раньше говорили. Если это по доброй воле, если это по доброму хотению, то это хорошо, слава Богу. Это прекрасно, наоборот, даже. Вот, но вчера вот разговор был с тем мужчиной, и Олег сказал, что такие вещи, что... Ну, он, этот брат сказал, что... Вот есть в семье вот это напряжение. Знаете, я поэтому сказал и ему, и в молитве тоже, вот как раз по 17 главе Иоанна, что «да будут все едино, как мы с тобой едино, да будут в тебе едино». То есть единство наше, верующих, даже если мы ходим в одно собрание из года в год, даже если все вместе, вся семья ходит в одно собрание только лишь, да, и даже если это так добровольно-принудительно, но... Если мы влюбляемся в Иисуса, то у нас есть точка соприкосновения, сам Иисус. Если мы отходим от Иисуса, то даже если мы и телом присутствуем, но духом отсутствуем,
настоящее единство, оно в любви. Кто имеет все тайны, даже все познание, веру всю, все, а любви не имеет, то есть Христа, Иисуса, Бога не имеет, то ничто, все, это получается все напрасно. Ну так я вчера ему сказал, Олегу, так, ну так немного грубовато, может, там такое сравнение, говорю, ну коту под хвост, говорю. Все это как бы, оно ни к чему вообще абсолютно, ни вера, ни религия, ни знание, познание, что угодно, все. Это все на свалку можно выбросить. Вообще, апостол Павел это очень четко осознал однажды, и он сказал, что почел все за сор, за мусор просто, за сор. По сравнению с познанием Иисуса, вообще все это как сор остальное. Аллилуйя. И вот он сказал, интересно, Иисус здесь написано в 16 главе Иоанна. Но я говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ну, это вот мы даже в православной традиции, даже это отдельным праздником даже вспоминаем. Да, есть такой праздник, немного странный, как бы так со стороны смотрится он, немного странным, Вознесение. То есть, ну, праздник, когда ушел человек, да, дорогой самый, возлюбленный, как бы, какой же это праздник, скажете, да, вот, значит, со стороны может показаться как-то странно праздновать уход нашего Господа, что он ушел. Улетел. Как так? Прощание обычно всегда, это ж не праздник, тем, ну, самым дорогим человеком, да? А здесь, интересно, здесь для вас лучше, чтобы я ушел, они это осознали. И вот почему мы празднуем-то. Называйте номера вершив, будь ласка. А, 17, это 16 глава Евангелия от Иоанна, 7 стих. Написано, что лучше для вас, чтобы я пошел. А почему мы празднуем как праздник? Потому что мы знаем, что он как бы и ушел, и не ушел. Это, значит, то есть он ушел, но, во-первых, обещал вернуться, а во-вторых, он с нами во все дни до скончания века, Духом Святым. Поэтому как бы оно как бы и расставание, с одной стороны, а с другой стороны, как бы есть в этом такая удивительная изюминка. Аллилуйя. Вот, и он дальше говорит, если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе, о праведности и о суде. Вот в чем обличает Дух Святой. Да, значит, многие как бы рассуждают, в чем же обличает Дух Святой, в том, интересно, да, вот главные вещи, в чем обличает он. О грехе, ну, наверное, некоторые думают, ну, наверное, прелюбодеяние. Или, наверное, там, допустим, там, воровство, да, или там что-то еще, ну, непочитание родителей, там, или нарушение субботы, или идолопоклонство, там, или там многобожие, что еще. Вот, интересно, в главу угла здесь поставлено вот так неожиданно, но хотя, ну, для читателей Библии, почитателей Слова Божьего здесь нет неожиданности, конечно, но в чем-то неожиданно. О грехе, что не веруют в меня. Оказывается, первое, в чем и самое главное, доминанта, в чем обличает Дух Святой, приходя в этот мир, да, посещая человеков, придя в этот мир, ведь уже 2000-летие царства Духа Святаго, да, его деяния потрясающие, вот, и деяния апостолов, допустим, да, вот, во многом это можно даже сказать деяния Духа Святаго, а не просто деяния апостолов. Хотя там и деяния апостолов тоже, и Духа Святого всех. Но вера в Него, вера в Иисуса Христа. Грех, тот самый грех, который, ну вот, роковой, будем так говорить, да, грех всех грехов, наигрешнейший самый грех, самый страшный грех, вот, который Дух Святой обличает, это неверие в Иисуса Христа, Спасителя, Господа, Исцелителя, Освободителя. Поэтому мне очень нравится, как в Украине, ну, здесь, в Центральной Украине, это как бы так тоже забыто, редко кто вспоминает. Ну, только лишь в храмах где-то, допустим. Меня таксист один подвозил, он сказал, что в их храме, да, у нас постоянно здороваются, так вот, там где-то на Львовской площади, там греко-католическая парафия, и там у нас постоянно здороваются, слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому, говорю, молодцы, говорю, слава Богу. Вот, и, а в Западной Украине сохранилась такая традиция, особенно Львов, Львовская область, да, люди здороваются так, слава Иисусу Христу говорят, и отвечают, слава навеки Богу Святому,
Аллилуйя. Думаю, да что бы я так жил? Вот, чтобы утром за место вот, традиционной там, какой-то брани, там, чего-то еще, вот, слышать «Слава Иисусу Христу». Это так ласкает слух. Это вообще, там, я первый раз, когда был во Львове, я думал, в 97-м году, я думал, я на небесах или я еще на земле? Вообще-то не может быть. Как так? Люди за место «Здрасте» вот так вот здоровкаются друг с другом, славят Иисуса Христа. Думаю, вот это да. Это же как рай. Вот тебе. То есть во Львове кусочек рая есть. Если хотите кусочек рая увидеть и услышать, можете ехать во Львов. Побудьте там во Львове и увидите кусочек, отголосок рая, отблеск славы Божьей. Уже и у нас вся традиция занападает, да, а дуже шкода. Да, вы знаете, я думаю, что верующие, я во Львове когда был, вот, и в церкви Агапа, и наибольшая благодать, и там другие церкви, я просто умолял верующих, пожалуйста, для неверующих здесь особенного, как бы, ну, часть культуры, да, часть традиции, да, но особенного, как бы, интереса эту традицию поддерживать, стимула, как бы, нет. Вот в чем дело. Поэтому никто не заинтересован, по сути, нет такого стимула ни у кого, ни у одной группы, части населения страны, в том, чтобы поддерживать добрые традиции, кроме как у христиан, возрожденных христиан. Вот. Или же тех, кто, может, не возрожден, но хотя бы вот идет путем возрождения, как бы вот двигается в это направление хотя бы, там, не знаю. Но если человек возрожден, то вот эти, в своей культуре, в любой культуре, он должен самое доброе, хорошее сохранять, приумножать обязательно. Поэтому я просто умоляю сейчас, кто с Украины, значит, пожалуйста, просто заклинаю вас, заклинаю Господом Иисусом Христом. Здоровкуйтесь таким образом, поддерживайте хорошую традицию, а там, где, допустим, ее нету, возрождайте эту традицию, возрождайте, потому что когда-то от Закарпатья и до Таганрога, от Брянска, там, и, значит, Севска, там, значит, там это Чернигово, и до Крыма, везде так здоровкались когда-то, а потом все просто истреблялось, понимаете ли. Вот, значит, и Господь да благословит. Вот Антон Павлович Чехов в Таганроге, как раз он там, значит, там тоже писал одно из его там записок, что люди с села приезжали, ну, из-под Таганрога, и здоровались. Да, таким образом здоровались. Слава Иисусу Христу. Представляете? Вот. Так что эта традиция была знакома. Просто она на Востоке, она была каленым железом выжжена. Да и в центре Украины тоже. Вот голодоморами, геноцидом. Вот. А, значит, на Западе там было меньше этого безумия коммунистического, но, значит, но все-таки тоже там свою лапу, знаете ли, красный дракон наложил. И поэтому в сознании, значит, многих людей все-таки, да, вот это вот, короче, декоммунизация нужна сознания. Декоммунизация сознания, это очень важно. Вот, слава Богу. Света пишет: «Шалом, дети любви». Аминь, аминь, дети любви. Спасибо, Иисус, что род наш благословен. Аминь, аминь, аминь. Так, це дуже благословенно, и це не можна закинути. Аминь, аминь. Аллилуйя. И вот, о каком грехе этот мир может о разных грехах думать, вспоминать, и каждый грешник, в принципе, он понимает, что он грешник, да, и какие-то свои грехи, ну, у каждого своя какая-то шкала греховности, там, своя шкала, как у, ну, у каждого разумного человека, допустимости, недопустимости, значит, но, и вообще, как бы, у каждого свое понимание, в чем он грешен, в чем он не грешен, как бы, ну, свое, человеческое. Но когда мы приходим к Богу, к Божьему Слову, да, то Дух Святой нам показывает удивительные вещи. И первое, в чем обличает, когда мы приходим к Богу, да, что не верует, неверие в Иисуса. Вот, и это как в Спасителя, Господа своего, личного. И еще хочу тоже напомнить слова, значит, Мартина Лютера, немецкого реформатора 16-го столетия, да, что, который говаривал, что, значит, веровать, что Иисус Христос, Он Господь, Спаситель, Целитель, все. Но наш, в целом наш, от этого, говорит, резона особенного нету. Вот, и бесы могут тоже признавать, что Иисус Христос, Спаситель, там, наш Господь, все там, значит. Но мой личный, этого дьявол не может сделать, абсолютно нет. Вот, значит, поэтому человек, вот именно, и еще он говорил, что, значит, что признать Иисуса Христа именно личным Спасителем, Господом, вот это спасает, вот это спасительно уже, вот это спасает, это возрождает.
И вот Дух Святой именно в этом обличает человеческий род. Вот, и о нас, уверовавших, в чем обличает именно вот, что в отсутствии христоцентричности. То есть, опять-таки, Дух Святой, Он прославляет Иисуса, и Он указывает на Иисуса всегда, подталкивает к Иисусу. Аллилуйя. Вот, о правде, что иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. Да, это вот правда Божья, действительно исполнившаяся. О суде же, что князь мира сего осужден. Вот в чем дело, о суде. Многие говорят о суде, имеется в виду то, суд Божий. В чем? Оказывается, суд был изначально вообще, и вся доминанта вот, суда, это суд над князем мира сего. Суд над дьяволом, не над человеком. Бог за нас, Он не против нас. Он против дьявола и клеветника, против человека-убийцы от начала. Вот, и Он за нас, Бог, наоборот, за нас, за людей. Вот, когда Он придет, 13 стих написано, 16 главы этой, когда Он же придет, Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Он прославит Иисуса. Вот, и обязательно, это как код активации такой, слава Иисусу Христу. И Дух Святой тут как тут, потому что это его жажда, это его дело, это его главное действие на этой земле, славить Иисуса Христа, чтобы все и вся прославили Иисуса Христа. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, спасибо. Иисусу слава, Иисусу слава, луна є пісня над схилами Дніпра. Иисусу слава, Иисусу слава, співає вільна Україна. Аллилуйя, аллилуйя. Иисусу слава, Иисусу слава. Благословен Господь, благословен Целитель наш. Сегодня, совершая литургию, совершая хлебопреломление, причастие, Евхаристию, возношу Тебе хвалу, Господь, слава Тебе, Господь, слава Тебе и хвала. Слава Тебе. Сегодня у меня опреснок маца. Кто подключился сейчас, скажу, что маца, почему маца? Потом во все дни года я обычно принимаю причастие вот здесь, вот, ну, допустим, значит, просто обычный хлеб, любой хлеб. Бывает пресный, бывает квасный, всякий хлеб. Вот, но эти дни только мацой. Почему? Потому что сейчас дни опресночные. Вот, и я очень Богу благодарен. Это такое счастье, вот, ну, прикоснуться к этим дням опресночным и окунаться изо дня в день. Сегодня уже 18-е Ниссана уже, друзья. Изо дня в день окунаться в это размышление о пресном бытии нашем. Пресном. Потому что обычно ассоциация такая, пресное житие, да, пресная жизнь. Это что-то такое невкусное, это такое, ну, безрадостное, такое монотонное, что не знаю, с чем. Ну, у всех людей разные ассоциации, правда. Ну, вот в основном так, да. Но эти дни я размышляю, что такое есть настоящая пресная жизнь. Это лишенная греха. Это вот, без закваски, без даже намека на закваску. Без намека даже на закваску. Потому что закваска, то образ, в Библии говорится, образ порока и лукавства. То есть порок, это значит, ну, греха, имеется в виду греха. А лукавство, значит, то лицемерие. То есть, получается, закваска, это две главных таких проблемы, да, ассоциируются, как бы, библейские. Вот, это грех и лицемерие. Господь, спасибо Тебе. Благодарю Тебя за все. Благодарю Тебя, Боже Великий. Благодарю Тебя за эти дни опресночные. Размышляя, Господь Боже, о действительно великом чуде Твоем, возношу Тебе хвалу. Слава Тебе. За искупление, исцеление, освобождение. Благодарю Тебя, Господь, за то, что не золотом или серебром каким-то, а драгоценной кровью Христа, чистого и непорочного Агнца, мы искуплены от суетной жизни.
Я искуплен кровью Агнца Божьего. Я исцелен ломимым телом Его. Благословен Господь, благословен Царь Вселенной. Благодарю Тебя, Боже Всемогущий. Слава Тебе и хвала. Слава Тебе, Господь, слава. За Голгофу, за кровь я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Отец, Бог мой, Царь мой, Иегова, Бог Авраама, Исаака, Якова. Аллилуйя, аллилуйя. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Целитель мой, Брат мой, Друг мой, Освободитель мой. Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной, Ты мой герой, Утешитель мой. За все я благодарю, я Тебя, Господь, люблю. Аллилуйя! Я Тебя, мой Бог, люблю и за все благодарю. За жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя, Иисус, благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю. Я Тебя, Господь, люблю. Славлю Тебя, Господь, славлю Тебя и хвалю, Боже Всемогущий. Слава Тебе. Боже, пусть и это причастие, Боже, помогает нам сейчас, это хлебопреломление, это Евхаристия, помогает нам вот в этой христоцентричности взирать на Христа всегда, 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 во всех обстоятельствах. Взирать на Тебя, Господь, спасибо, спасибо, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Кровь Христа Иисуса, тело ломимое Господа нашего, Спасителя нашего. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Царь наш, Боже наш, благодарю Тебя. Аминь, аминь. Возвещаю смерть Господа моего Иисуса Христа с великим торжеством. Возвещаю смерть моего Спасителя, потому что пролитой кровью Его, смертью Его на Голгофском кресте чудо спасения пришло. Произошло действительно величайшее чудо из всех чудес. Спасение рода людского. Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Благодарю Тебя, Господь, за слово примирения и за этот акт примирения, за это деяние примирения. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, Бог возлюбленный, спасибо. Аминь, 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 аминь. Спасибо, Господь.
Спасибо. Аминь. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо. Спасибо, Господь, спасибо тебе, Царь, за все. Благодарю тебя, Пасха. Ты наша Пасха, Христос. И нет абсолютно ни в чем и ни в ком другом спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым мы спасены, которым спасаемся. Боже, благослови народ свой, верующих разных конфессий, разных деноминаций, ветвей христианства, многоразличных таких, как говорил Августин Блаженный, помазанник твой. В главном у нас должно быть единство. Кто главный? Ты только главный, Господь. В тебе едино. Да будут все. Спасибо. Во второстепенном свобода, многообразие, разнообразие, а во всем любовь. Спасибо тебе, Господь, за все. И пусть Господь и здесь, в Украине, и в других странах мира верующие славят Иисуса Христа, славят имя Господа, возлюбленного Господа Иисуса Христа, не переставая, особенно утром встречаясь даже с неверующими, пусть провозглашают: слава Иисусу Христу! Слава Иисусу! Иисус! Иисус! Пусть это входит в культуры народов, пусть это входит в сознание и подсознание народов, и пусть это будет, Господь, деянием Твоим, Боже, Господь, производящим действие в человеческих сердцах, потому что там, где славит Иисуса, там всегда Ты во всей своей полноте, Дух Господний, Дух Святой. Аллилуйя, аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Спасибо, 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 спасибо. Благословен ты, Царь наш. Аминь, аминь. Благословляю вас, братья, сестры, дорогие друзья, друзья церковной реформации. Благословляю во имя Господне из Киева. Благословляю всех вас с берегов Днепра. Пусть здесь славится имя Господа Иисуса Христа непрестанно. Слава Господу! Благословляю вас священническим благословением. Эти дни пасхальные, эти дни опресночные, пусть они будут действительно нашим рассуждением, освящены нашим размышлением, рассуждением, вот, и погружением в чистоту и святость нашего Господа Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Аминь. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать. Да, и как по скриптум, спасибо огромное всем, кто молитвенно и финансово участвует в моем служении Господу, потому что это очень важно. Вот, и здесь, в Украине, и в России. Я уже на днях должен ехать в Россию. Вот, и молитесь, пожалуйста. Гонения усиливаются. Здесь, конечно, благодать есть свобода. Свобода. И я молюсь о том, чтобы вот эта свобода, которая, особенно вот эта беспрецедентная религиозная свобода, которая была вот на протяжении последних 5 лет, вот, чтобы она продолжилась и при следующем президенте. Чтобы эта свобода, она не попиралась и не гасилась, а наоборот, чтобы эта свобода дальше продолжалась. И чтобы верующие этой свободой наслаждались и реализовывали в этой свободе действительно Божье Евангелие, Божье Царство, несли Слово Господне,
Слава Богу. К сожалению, в России нельзя так свободно проповедовать, как здесь, в Украине. К сожалению, там возрождается безбожный Советский Союз. Даже не совсем Союз, это как бы вместе с империей российской и что-то такое смешанное такое, гибридная такая империя. Вот, и молюсь о том, чтобы Бог дал времена отрада для России сегодня. Я еду именно с такой целью молиться за освобождение России от этих оков, оккультизма религиозного, мракобесия, тоталитаризма. И это духовная брань, духовное сражение. Вот, и сегодня ночью тоже было такое духовное сражение. Вот, я, значит, только под утро пришел в себя только. Вот, это было очень серьезно. Вот, и такой как огромный змей, который пожирал одну добычу, вторую, третью. Это было отвратительное зрелище. Потом он набрасывался на святых. И знаете, этот дракон, он уже не просто дракоша маленький, он уже поднимается, уже дракон огромный. Вот, и сегодня сражение нешуточное. И наша брань не против плоти крови, а против духов злобы поднебесной. И даже еще здесь, еще в Киеве находясь, я уже молюсь сейчас за Россию в эти дни, особенно пасхальные дни. Потому что знаю, что Господь хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Есть противящиеся определенные на разных территориях, в разных странах, народах, противящиеся, да, эти духи нечистые, бесовские, которые противятся проповеди евангельской. Вот, где-то террором, где-то тоталитаризмом, где-то там законно, незаконно. Но чаще всего гонения на христиан за 2000 лет, они были законные. То есть это по закону как бы делалось все всегда. Вот, но беззаконно по закону. Вот, или законно беззаконно. Вот, но самое главное, вот, что когда тьма усиливается, я заметил это, то свет еще ярче становится. Христос, он тот же самый, что в Украине, что и в России. Христос тот же самый, абсолютно. Но в России он сейчас еще ярче. Здесь не так ярко он сейчас сияет, Иисус. Вот, это связано, я не знаю, ну, наверное, вот когда времена мирные, да, времена, когда нас не преследуют, наоборот, даже хвалят христиан, когда все хорошо, Христос, он не так сияет в наших, ну, вообще в нашем всем. Вот самые великие из нас те, кто даже во времена мирные, когда нас хвалят, умудряются сиять во Христе. Это самое величие, великое христиан, которые погружаются в Господа не под нажимом обстоятельств, допустим, да, гонений или чего-то еще, а сами погружаются, избирают именно это, погружаться в Господа. Опознавать его – это самый благословенный путь вообще, самый благословенный путь. Не под нажимом чудес или происшествий сверхъестественных, а которые в нормальной, естественной среде избирают любить Господа Иисуса. Это самые великие христиане, самые великие служители. Я восхищаюсь такими людьми всегда. Вот. А когда встречаю, немного таких, очень немного, но я каждый раз восхищаюсь такими людьми. Говорю: «Господь, спасибо тебе, ты дивный во святых своих». Вот, но большая часть из нас, христиан, погружаются в Господа и вопиют к Нему под нажимом обычно обстоятельств. Чаще всего гонений определенных. Но я об этом говорил с Иваном Петровичем Федотовым, покойным уже, Царство Небесное. Епископ был Писательнического братства, нерегистрированного в России. Он меня благословлял на мое служение нынешнее, такое реформаторское православное. Один из тех протестантов, кто встречался на моем пути, кто меня благословлял в моем служении, именно таком реформаторском, евангельском, православном служении. Вот, и Иван Петрович Федотов, да, он благословлял меня в Малоярославце на это служение. Вот, я там делился словом, вот, и после слова он молился за меня, благословлял меня. Потом мы дома с ним допоздна сидели, почти до утра там. Вот, и он благословлял меня, тоже молился за меня. Вот, это было как раз незадолго до того, как он ушел в вечность. Вот, и он то же самое признавал. Интересно, человек пожилой, старый уже человек, вот, он много лет провел в узах за Христа, за Слово Божье, за Евангелие Христово. Его судили много раз, был в союзном розыске, милиция, КГБ его искала все время. Вот, арестовывали его, судили много раз, и...
приговаривали к разным срокам заключения. Вот, и он говорил, что вот по его мнению христианскому, да, вот путь христианина большой, а я с ним познакомился через книгу одну, «Встать, суд идет» называется. Посмотрите в интернете, я не знаю, наверное, электронная версия должна быть тоже этой книги. У меня просто бумажная она. Кстати, надо поинтересоваться, наверное, сейчас в интернете все публикуют, в принципе, должны эту книгу тоже, наверное, публиковать. Называется «Встать, суд идет», Иван Петрович Федотов. Святой человек был, да, на самом деле. И знаете, но когда мы с ним беседовали, он такие вещи рассказывал, что я в книге этого не читал. И он сказал такие вещи, что если, говорит, вот все писать, даже верующий не поверит. Поэтому я не все даже мог написать. Потому что даже ты, говорит, поверишь, потому что ты, говорит, сам пережил кое-что. Но я ему рассказывал свое свидетельство. Он уже кое-что слышал краешком уха. И здесь я ему еще рассказывал некоторые вещи такие. Вот, он, ну, ты поймешь тогда, говорит. Потому что кто не пережил подобного там, значит, то сам не поймет. Это как вот, сколько ни говори, халва-халва, во рту сладко не станет. Вот, и поэтому... А, и он говорил, что по его наблюдениям то же самое, что именно обычно под нажимом обстоятельств, гонений, христиане активнее, вот именно погружаются в Господа, в его любовь, да, милосердие, как бы под нажимом чудес определенных, когда чудо это... Порой, ну так грубо выражаюсь, как некий пинок такой в жизни верующего, порой, вот, в каком-то направлении. То есть человека это направляет порой так вот больше познавать Бога, искать Бога. Но на самом деле, вот, что мы с ним в этом были солидарны, общение, что самое величие служителя христианского, сейчас христианина, это не ждать пинка очередного чуда или гонения, то есть стресса, либо позитивного, либо негативного, в бесстрессовой ситуации, но уже принять решение и погружаться в Господа. Просто нырять в Его любовь. Просто любить Его не из-за чуда и не из-за гонений, а любить, просто влюбляться в Него. Слава Тебе, Господь, спасибо, спасибо. У всех есть свои методики, объяснения. У Ивана Петровича были свои объяснения. Как-нибудь потом, может, расскажу. Вот, у меня свое объяснение. Мое объяснение вот. Один из секретов. Бесплатно дарю. Вот. Размышляйте о теле и крови Христа. Погружайтесь. Причащайтесь. Каждый день. И не раз в день. 2, 3, 10. Сколько... Самое главное. Рассуждайте о теле и крови Христа. Чтобы благословения не проходили мимо. Чтобы... проходили мимо беды всякие, будем так говорить, да? Вот, а чтобы действительно погружаться в эту любовь Господа Иисуса Христа. Я обычно беру с собой бутылочку воды, немножко кусочек хлеба. Ну, сейчас мацу с собой ношу. Вот, отломил. Размышляю. Так лучше доходит. Когда живешь, лучше доходит как-то. Когда ходишь, как-то лучше молится. Хотя у всех свое. Спасибо тебе, Господь, спасибо. И просто воды. Вот, я знаю, что кровь Христа. Рассуждаю о крови Христа. И даже если это было бы вино из виноградников Иерусалима, прям непосредственно. Или то вино, которое бы Иисус сам подавал ученикам своим. То же самое. Вот причастие совершается здесь и здесь. В сердце, в душе. Не просто ртом. То, что входит в нас, то, что мы кушаем, да, не может нас не осквернить или осветить, тем более. А освещает или оскверняет то, что исходит из сердца. Самое великое освещающее, что исходит из нашего сердца, это вот эти как раз вещи. Рассуждение о теле и крови Христа. Спасибо тебе, Господь. Паки и паки, благословляю вас. Вот, и благословляю сегодня Израиль, благословляю сегодня Иерусалим. Моя молитва постоянная об этом, моя молитва. Благословляю еврейский народ, благословляю татарский народ, два моих родных по плоти народа. Вот, и...
В детстве я разрывался от этого, кто же я. А теперь спокоен, потому что самое главное – Божий сын, Божье дитя. Вот, и от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Но каждый из нас молится еще и за те народы, малую родину. У нас есть большая родина, это небеса, а есть малая родина. Есть народы, в которых мы родились или в которых мы сформировались. Вот, и я татарин, еврей, татарский еврей или еврейский татарин, не знаю, но взросленный в русской культуре. С первого класса, начиная школы, я на русском языке мыслю, говорю. Для меня это мой родной язык, вот, и поэтому русскую культуру я знаю хорошо. Вот, и хотя не русский я по крови, но я прекрасно знаю русскую культуру. Вот, я часть этой культуры, потому что я, когда человек мыслит или говорит на каком-то языке определенном, он часть этой культуры. Чтобы, к примеру, стать частью украинской культуры, нужно научиться думать и говорить украинской мовою. Вот тогда, украинским языком этим, тогда, значит, ты часть украинской культуры. Даже если твоя мама, папа, твои мама, папа, они украинцы, но если ты сам не мыслишь на украинской мове и не говоришь украинской мовой, ты не часть культуры украинской все равно. Можешь не обманывать себя, вот, я это говорю 100%. То же самое, будучи евреем, какой еврей я? Иврит сейчас только лишь учу, сейчас учу. Мои родственники открестились от еврейства давно, вот, значит, в роду моем. Татары, ну, татарский культур, да, но и татарский язык уже забыл уже фактически, вот, значит, и кое-что вспоминаю, так стараюсь, вот, наверстать уже, значит, все-таки, думаю, 50 лет надо как-то корням, вот, как-то возвращаться. Вот, учу понемногу татарский язык, еврейский язык, вот. Но я понимаю, что, чтобы быть частью определенной культуры, нации, значит, души народа, чтобы понять душу народа, да, и быть частью этой души, надо понять ее язык, надо понять ее мову, язык ее, культуру. Именно так вот. Вот, но культура небес – это культура Духа Святаго. Независимо от того, какой ты культуры, какого-то рода племени, но если ты научишься думать Духом Святым, научишься мыслить, говорить Духом Святым, все, ты часть Божьей, божественной культуры. Это самое сильное, самое великое. Самое великое, самое великое. Независимо от того, какого ты рода племени, независимо от того, какой ты там конфессии, деноминации, традиции, религии, там, юрисдикции там, и прочее, все это мишура, она важна только лишь здесь, на земле. До неба все это не доходит, даже не то, что не доходит, даже на полпути все это рассыпается, все это как карточный домик, как шелуха отшелушивается. Вот, а истина, она в Иисусе, все, истина в Иисусе. Нет другого имени под небом, братья и сестры, как ни крути. Пусть Бог благословит вас всех, и благословляю Израиль, благословляю Иерусалим сегодня, особенной молитвой моей. Благоставляю Иерусалим. Мое сердце бьется там. Еверехеха Адонай ве ишмареха Яхер Адонай панавелейха вихунекха Иса Адонай панавелейха Веяселеха шалом. Бешем Иешуа Гамашиах, Иешуа Машехейну. Амен, амен, амен. Шалом, друзья, мир вам всем. В эти дни пресночные ешьте побольше мацы, размышляйте, рассуждайте. Хрустите мацой и рассуждайте о непорочности Иисуса, святости, непорочности Христа. И Он видит нас такими. Для чистого все чисто. Он самый чистый, и Он смотрит на нас чисто и видит нас чистыми. В слове Его, как в отражении, мы это видим. Спасибо Тебе, Господь. Шалом, шалом, возлюбленные. Обнимаю всех, целую именем Господним.